после того, как вы научитесь ездить прямолинейно, у вас появится желание, а возможно и потребности, проезжать не просто маленькие неровности, а уже небольшие бордюры. Этот бордюр не очень большой, я бы сказал, он даже маленький, всего 5 сантиметров. Лучше бордюры брать, если посчитаем колесо, меньше половины диаметра колеса. Сантиметров 10 можно взять. Вот. Для того, чтобы преодолеть эти бордюры, не обязательно слезать с гироколеса и перетаскивать. Можно его и переехать. Для этого подъезжаем к бордюру, чуть-чуть приседаем и прыгаем. Вот. Значит так. Подъезжаем, прыгаем и проезжаем дальше. Для того, чтобы хорошо прыгнуть, нам нужно обязательно колесо сильно зажать ногами. Вот, зажимается колесо очень крепко. Вот, здесь крепко зажимаем колесо. Смотрите. Вот. Чем больше аккумуляторов, тем сложнее прыгнуть. Потому что весит колесо прилично. Это весит 18 килограмм. Вот так заезжаем. Кружок. Все. Вуаля. То же самое съезжаем. Все делается пружине. Пружине. Подъезжаем. Подпрыгиваем. И проезжаем. Подъезжаем. Подпрыгиваем. И проезжаем. Подъезжаем, подпрыгиваем и проезжаем. Все.